В 2017 году туристическое сотрудничество между Казахстаном и Китаем перешло на новый уровень. Этому способствовал год туризма Китая в Казахстане. В рамках масштабной серии мероприятий отечественные туроператоры посещали крупные города Поднебесные, представляли свои услуги и презентовали живописные места нашей страны. В этом году Казахстан посетили более 100 тысяч туристов из Поднебесной. 18 декабря мероприятия по расширению сотрудничества между странами прошли в Гуанчжоу. Ранее около 20 казахстанских туристических компании с презентациями посетили Шанхай. В Пекине открывается казахстанский визовый центр. На открытии также широко представят туристический потенциал нашей страны. По статистике прошлых лет можно сказать, что туризм между Казахстаном и Китаем развивался в большей степени в пользу Китая. Казахстанцы ездили на лечение и шопинг-туры, а мы не принимали у себя большое количество китайцев. Но начиная с 2017-го, объявленного годом туризма Китая в Казахстане, поток туристов из Поднебесной увеличился.